23 февраля. Не просто дата. Это праздник. Это праздник защитника Отечества. И вас, дорогие наши финансисты, поздравляем с Днем защитника Отечества. Действующие, в запасе, в отставке. Это наш профессиональный праздник. Дорогие друзья, братья, финансисты, мы с вами прошли разный путь. Но у нас у всех одна школа, одна наша любимая альма-матер. Это наше училище Ярославское финансовое. Та школа, которая поставила нас на ноги, дала нам знания и опыт. Мы начинали песочным. Мы заканчивали в Ярославле училище. Мы продолжали обучение на факультете. И служили мы во всех точках бывшего Союза Советских Социалистических Республик. И где бы мы сейчас ни находились, мы должны помнить о наших отцах, о наших учителях, о нашем долге перед Отечеством, потому что мы продолжаем защищать нашу любимую Родину, нашу семью. Будьте счастливы, с праздником, и пусть мирное небо всегда будет над вашей головой, но ружья наши в чехлах, и наш бронепоезд на запасном пути. Если надо, мы встанем и защитим Отечество, наши дома и семьи. Мы вспоминаем и сожалеем о тех, кого сегодня с нами нет, но тем не менее, мы продолжаем жить, мы продолжаем защищать интересы нашей страны, интересы наших семей. Где бы вы ни были и как далеко бы вы ни были, не забывайте друг друга. Общайтесь, находите время, чтобы все было у вас, у финансистов и всех, кто рядышком с вами. Здорово, замечательно. Будьте счастливы. Непобедим тот народ, который чтит традиции. Финики всех стран, объединяйтесь!